Итак, сегодня 29 июля 2012 года, время 10 часов 15 минут. Я только что пришел с завтрака. Шура там пока заканчивает еще, чай гоняет. Вот я стою на балконе, снимаю вид с нашего балкона. И прямо у нас вид на кипарисовую аллею. Вот тут такие высокие кипарисы стоят. Так что мы дышим этими кипарисами. Вот, а здесь рядышком платаны растут, тоже высокие, которые заслоняют, вот они, заслоняют нам солнышко. Вот, тут тоже аллея платанов идет. Вот они. Вот, там магнолия дальше растет, дерево видно. Вот, ну так неплохо в целом. Вот сейчас немножко отдохнем и, наверное, съездим в Севастополь. Попробуем теплоходом, если получится. Нет, то туда автобусом. Там где-то километров 50 с небольшим от Мисхора. Так, ну добро.